Так, а ты куда ушел-то? В город. Меня там били босс. Сильно. Да, суккуб босс. А я-то думаю, чё меня так сильно выносят? А, опять эта кровавая похоть. Мы её уже встречали раньше. Чёрт, мне надо таблеточки расставить. Какие таблеточки? Бутыльки. Пошла вон! Мисс, идите вон! Надеюсь, она от меня отстала, нет? А, у этих змеек резист платинга, все понятно. Ну или это якоря. Ууу! Иди сюда, иди ко мне, детка. Да пошла вон, змеюка! Пил. Убил ее, нет? Змеюка меня, она от меня отбегает. Господи, да... Убей змеюку! Надо ее загнать в угол. Артём, не стреляй. Закинывай. Меня! Что там выпало? Оп. А что выпало? А у меня места в инвентаре нету. Несправедливо. Это так несправедливо. А что выпало-то? Бегал за ней. А у меня места просто нету. Брейсплейт выпал. У меня места в инвентаре нету. Да говно выпало. Угу. Вот и все. Не, да сколько можно? Даже расставить хилки не дадут. Твою мать, говнюк, пол хп снес! Ты можешь этого не делать, засранец! Интересно было. А если бы у меня было пол хп? Ты бы сдох. У меня резист к фаеру 0. А, все понятно. Блин, да хватит приводить их ко мне. Да я убиваю их. Молодец. Оп. Да, какие-то здесь рыцари тупые. Ну ты тупые. Ты тупые, вы тупые. Отлично. А, вот и вход. А, ну естественно, нам снова надо убить Лазаря. А, фак. Да блин. Ну ты сам. Я вообще... Я вижу, что я стреляю в него. Нет, я стоял вообще в другой стороне, я стоял справа от него. Баг. Пинк. Ну или пинг. Скорее пинг. Скорее пинг, чем баг. ...386, поздравляю. Время пол седьмого. Ой, пол восьмого, пардон. Что-то немножко ошибся. Похиль меня! Находим Лазаря. Идем мочить говнюков. Напоминаю, что у меня всего лишь 4 бутылька на поясе, поэтому я могу быть немножко сдохлым через некоторое время. Артём, ты меня стреляешь, поздравляю. А стреляю вперед так-то. В общем, я не знаю. Я домой. А ты как хочешь.
Тыри! Надо еще починиться, чтобы в самый ответственный момент ничего не упало. Я потратил на починку 8000. Вау! Да я никогда ничего никогда настолько не тратил. Вспомни, сколько мы тратили в D2. Ну там денег было просто зашибись, у меня полные закрома были. Да я все деньги спускал на гэмбл. Вроде бы все. А я Лазаря нашел. Поздравляю. И рыцарей. Поздравляю. В количестве 3. Ну, тебя с этим поздравлять или уже не надо? Уже не надо. Я бегу, куда бежать? Вверх. Я слышу по звукам. Mysteries are revealed in the light of reason. Ой, сукупчики. Угу, 2 босса, по-моему. Так, сверху еще идут, не извиняюсь. Воу! Они слишком много мне выносят. Маги или суккубы? Суккубы. Я магов даже не встретил на своем пути. Ну вот эти вот шарики мне выносят просто нехило. Да блин! Веди их сюда, веди. Змейки мешают. Веди их сюда вниз. Мешают. Так веди их вниз! Прыгать по суккубам. Вниз их, веди к пентаграмме. Сейчас их замочим. Нет, меня суккубы попадают здесь таким образом. Мочи суккубу, я пока отвлекаю этих. Ау! Ничего не выпут. Да-да-да! Мне сносят почти половину хп одними. Двумя залпами одновременными. Все, сейчас я за белый убил. Пошел. Одна сюда побежала наверх. Бежит вниз! Веду к тебе! Ой. Молодец, это я был. Ладно, я за золотишком. Ну чё, я её убью, может? Да, давай ты. А я рыцаря пойду. Замочу. Блин, как тебе проще-то, а? Места нету. Возьми скиметар синий. Скиметр. 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 Подожди, я расставлю все на полке. На пояс. На полке, ёптать. У меня полки на себе, прикинь. Воу, стой, подожди, мне надо кое-что сделать. Мне надо поменять. Так, все, я броню поменял, теперь иду. А, нет, сначала нет. Сначала этих надо убить. Убил? А теперь, а это моё. Чуть не выкинул. Так, все, я пошел. У меня резист к файру плюс 50, так что... Так что нет, давай, я подыхаю. Я сразу бишепал, мочу. Лазаря. Я Лазаря мочу, мочи других. Или нет, уже не мочу Лазаря. А, вот нет, он у меня. Стой, скотина. Пошел деньги лутать. Ну что, убьешь его? Убью. Или может я? Не, я убью, я это сделаю! Так-то ты вроде попадаешь по нему. Ну да. Но он попадает в меня больнее. Давай, ломай его, Сёма. Скотина, а! Ау, в меня-то за что? Я ты ничего не сделал. Ты у меня вообще вдалеке ходишь. Ходил сейчас слева. Да нет, это Лазарь меня запустил, а не ты. Убивай его, он затрахал меня.
Ладно. Вот так бы сразу. Подобрал? Да, подобрал. Пошли в город. Надо все определить и продать. И это... Ну, а, нет, давай сначала... Я случайно зашел. Ну давай вниз спустимся. Да ну нафиг. Страшно. Давай, открывай здесь портал. Подожди, ты где? Надо раскидать я здесь. Наверху. Я здесь раскидаю сейчас хилки, которые у меня есть. Так, я портал сейчас здесь открою. И тоже вниз спустись и портал открой, здесь никого нету. Угу. И хилки накупи на весь инвентарь. Потом спустимся вниз и это... Да я понял, это не хитрую схему. Wow, what can I do for you? Да нет, я имею в виду, мы скинем все хилки. Так. А, ну это я, это мы тоже говорили с ним. Охренеть, какой меч выпал. Все резисты плюс 33% и плюс 13 ко всем атрибутам. Только у него демаг 3.7. Жесть. Жесть. Просто жесть. А вот резист, файр, макс. Нет, подожди. Фига себе, так, что мне дает вот эта хрень? Но, блин. Меч дает плюс 4 с квиталь. А, стой. Мне же. А это дает плюс 13 ко всем атрибутам. То есть плюс 4 с квиталь мне ничего не дает здесь особо. Но здесь. Лайтнинг, здесь удар. Молния есть 2.20. Но я, пожалуй, поставлю себе этот мечик. Потому что сейчас резист к магии 71%, резист к огню и к молниям максимальный. Шанс попасть 102%. Демаг 27.31, а был 27.36. Класс брони... А, 71. Какой 70 брони? Это у меня старая броня. Класс брони 101. Жизни было 245, стало 243. Маны было 68, стало 81. Клёвый мечик выпал! Так. И выпал еще шлем с резистом к огню плюс 42%, но с броней 13%. Продаю нахрен. Что там? Ну-ка. Резист к огню плюс 42. Требует 50 силы. Все. Армор класс. 13. Продавай. Ну, у меня, я вот думаю, у меня класс брони 6, но быстрый отход от удара. Может заменить все-таки? Восстановление после удара, то есть. Ну да, да, да. Как-то не звучит. Лучше его оставить, да? Лучше его оставить, да, с восстановлением? Да. Я тоже так думаю. У меня все резисты по нулям. Эх. Ну, я сейчас там буду супер-мега-танком, по-моему. Так, мне надо что-нибудь продать. Я продам... Я тебе могу дать на хранение дубинку твою, которую ты мне... А, или меч, который ты выбил мне. Надо? У меня места нету. Тогда я все продаю. Я упакован. Хотя, какая разница, мы все равно... Вот я только выброшу шлем твой, который ты мне купил с высокой прочностью. Ну не выброшу, продам. Потому что он нахрен не сдался. Ты уж извиняй. Так, надо еще будет портал купить один. А, нет, смотри-ка ты. Черт. То, что я ему, а то, что я ему продал, выкупить можно? По-моему, нет. Нельзя. Это просто у меня была максимальная защита от огня, просто потому что на мне висела эта броня. А, ладно, хрен с ним. Так бы я повесил, у меня был бы офигенный резист от огня. Ну ладно, фиг с ним. 33%, я думаю, тоже хватит. Короче, закупайся полными хилками. Весь инвентарь закупай, потом все скидываем, потом возвращаемся назад и закупаемся еще хилками, которые надо будет юзать. Хотя, я думаю, будет много. Я-то, в принципе, могу не скидывать. Пошел-ка вон, скидывай! Это общее дело!
И это кооперативное дело. Хилки с маной, так что нахрен они тебе не нужны. У меня почему-то игра только что подглючила. Фигаси. У меня тоже. Часики были. Так, где мое? Вот твое? Так. Подожди. Ой, я уже привел врагов сюда. Я тоже привел, рыцари идут. Рыцари идут, рыцари идут! Рыцари идут, рыцари идут! Рыцари идут, рыцари идут! Спасайся, кто может, рыцари там и тут! Блин, не выбрасывается больше. Чё, куда пойдем? Подожди, я еще сейчас назад сбегаю и закуплюсь полный инвентарь себе. А ты разбирайся пока с пацанчиками. Ну и там, кстати, если... Мы говорили с тобой, то что на 16 уровне вещи не выпадают. По-моему, нет. Ну вот, на 16 уровне вещи и все, что есть у персонажа, не выпадает, если его убивают. А, да, говорили про это. Ну, может, это мы с тобой, между тобой, с тобой на один разговаривали. Один на один с самим собой. Сразу вспоминается Антон. Песенка, да? Да-да-да. Никто не знает, кто такой Антон. Любимая песня, да. И ладно, все равно никто не смотрит это прохождение. Поюзайте Google, Антон Некрасов. Вот. Сейчас найдут тебе, знаешь, это Некрасова, который книжки... Подожди, Некрасов, который картины рисовал. Книжки писал, хотел сказать. Подожди, он же «Грачи прилетели» писал, и он, по-моему, тоже Антон Некрасов был, нет? Нет, у него другое имя было. Как я плохо знаком с живописью. Нет, затрахал. Ну что, ты убьешь его, нет? Я не могу его убить! Нет, ты затрахал. А ребята, это ж гуд. Я в него столько раз попал! Да сколько он может его выдерживать ударов-то? Алло, гараж! Слушай, он неубиваемый какой-то. Не, пошел он нахер. Я не знаю, какой дебил придумал, что это будет интересно, но... Он же меня преследует, урод. Вообще, воинам реально пройти в одиночку? Реально. Ну, на батлнете, наверное, реально. Главное, это сейчас, этот ковнюк, наверное, сейчас там стырит все, что можно. Да, да. Этот говнюк, я так полагаю, это я, да? Не-не-не-не-не, я про адвоката. Дипломата хотел сказать. Бладная, ты сегодня какие-то не бладовые. А, залутал. Вот этот говнюк, вот этот говнюк! Японский бог! Не, ну здесь невозможно, я просто за ним не успеваю бегать. Пошли направо. Ничего себе! Fuck you! Вот эта группа изнасилования только что была! Группа быстрого изнасилования! Интересное кино. Я ничего не сделал, они мне уже снесли половину. Выходить. Ну, двое остались. Давай я их отвлеку, что ли. И не попадешь. Золото мое. А нахрен с ними деньгами. А, я пойду с дороги. Отошел. Ага. Я по ним просто не попадаю. Ты по верху, я по низу. А, ща. Ну, я с одним адвокатом-то разобраться не могу. А у тебя там по-любому рыцари, с которыми я спокойно разбираюсь, да? Угу. Ладно, давай. Они слабенькие вообще. Давай я к тебе. Ну, потому что, видимо, уровни сравнялись. Угу. Иди вниз. Ты какого хера не двигаешься, чертов ублюдок?
Рейч. Ти-ти-ри. Там адвокат сверху придет, ты его убей, пожалуйста. Сейчас. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Убил. Какого хера я по этому рыцарю попасть не могу? Мне кажется, или гром на улице? Нет, нету. Тебе кажется. Ну все, там чисто. Надо. Снизу чисто, да? О, я зашел в портал, случайно. Да, да. Вернусь назад.